На взятки в 90 тысяч долларов попался чиновник столичной госадминистрации. Вознаграждение глава одной из конкурсных комиссий требовал от преподавателя Киевского лицея. Взамен обещал должность директора одного из учебных заведений. Задержали чиновника возле его дома, полученные деньги были с ним. Грозит ему от 5 до 10 лет тюрьмы. А ближе к вечеру СМИ стало известно, что задержан Юрий Витомский. Это помощник нардепа-фронтовика Виталия Сташука. В мэрии пока не знают, будут ли искать ему замену, но пообещали, что конкурс на должности директоров школ проведут и без главы комиссии.